Привет, Антон. Рад, что сегодня ты нашел время на то, чтобы пообщаться со мной. Значит, что вышло из моей затеи? Я в октябре... Это так, концептуально. Что-то вышло из твоей затеи? Вышло. Это была дистанция Ironman 73. Да. 73 мили. Это плавание в открытой воде 1,9 километра. Велосипедный этап 90 километров. Плавание, про плавание забыл. И бег 21,1 километр, да. Такая себе дистанция. Слушай, для человека с дивана очень... И это же все без всякой остановки, да? Да, это все без остановки, без пауз. Все вот старт и финиш там через какое-то время. Начнем с конца. Бег, не было ни одной длительной, настолько длительной тренировки. То есть я не бегал до этого 21 километр. Полумарафон, это дистанция полумарафон, я не бегал. Максимальная дистанция, которую я пробегал до старта, это 13 с копейками километров. И, честно говоря, ну, я так предполагал, что я, наверное, пробегу. Если умножить на 2, да? Да, есть... ну как-то так, оно вроде как на 2 и вроде немного, но 13 и 21 это совсем не одно и то же. Это не умножить на 2, это гораздо труднее. С велосипедом было немножко... проще, наверное, потому что максимум, который я ездил до старта, это 80. Такие тоже, тренировки тоже были. Серьезно? Да, плавание нет, не было ни одной тренировки, на которой бы я проплыл 1,9. Ну вот, пришел на тренировку, от начала тренировки до конца, чтобы я проплыл 1,9. Было там километр, полкилометра, полтора, в открытой воде плавал, но так, чтобы 1,9 нет. Цель я ставил себе 7 часов. Не больше, чем за 7 часов, я планировал преодолеть эту дистанцию. Получилось 5.56. 5 часов 56 минут, 25 секунд. Это тот путь, то время, за которое я смог пройти эту дистанцию. А вот ну, ты... Для профессионала, для человека, который... Вот, да, я хотел спросить. Это, однозначно эта цифра... 5 часов он страдал, там 6 часов почти он страдал, это смешно. То есть профессионал сделает эту дистанцию за половину этого времени, за 3,5 часа. Uh-huh. Первое место на этом старте занял человек, который прошел дистанцию за 4 часа 1 минуту. А, интересно, 4 часа 1 минуту 10 секунд первое место, второе место 4 часа 1 минута 11 секунд. То есть там у них гонка в секунду, они бежали, ну это... Да, у профиков там такая история, они, у них решают все секунды и минуты. То есть. Но так вышло, что это не какой-нибудь керлинг или маленький теннис, да? А это довольно сложный спорт, и тренировки занимают много времени. У меня были всякие мысли, а на этапе подготовки я думал, очень часто думал, о чем человек думает, когда он... преодолевает, проходит вот такую длинную дистанцию. Есть у него возможность вообще думать о чем-то? Или он думает о том, как ему больно и тяжело? Ну, какие мысли, да, он может думать о семье, может думать, там, не знаю, о чем-то приятном, ну, что-то вспоминать. Или у него мысль только как бы дойти, доползти, не знаю, чтобы его донесли. Наверняка в такие моменты закрадывается, ну, вот это такое чревое желание. Да, ну и все. Да, и я бежал, у меня было желание остановиться, и были мысли о том, что ролик уже в сети первый, о том, что цель уже поставлена, и я не понимал. В августе я еще не понимал, как я буду проходить эту дистанцию. Кубики появились? Да, вот, кубики все, появились. Все. Жена дома. Я не стал более мощным, но кубики появились, да, однозначно. И у меня был четкий план, я должен там, ну, проплыть не в слюне, не в полной мере выкладываться, но проплыть комфортно для себя, чтобы я не завалил остальные этапы. И по пульсам ехать велоэтап, и по пульсу бежать по определенному беговой этап. Я получил колоссальное удовольствие на старте, вот на каждом этапе. И я надеюсь, что и в дальнейшем будет то же самое у меня. Было очень весело, интересно и, ну, и трудно в то же время. Сколько лет тебе еще понадобится для тренировок к полной дистанции? В каком году стоит? Я думаю, что 18-й год. 18-й год. Все. А стоит только наблюдать, следить,
вдохновляться и, возможно, идти по уже так протоптанным Николаем следам по этой дистанции. Брать пример. Благодарен своему тренеру. Костя, тебе спасибо за то, что ты меня выкатал в последние дни перед стартом. Но это было важно. Информация. Спасибо большое. Thank you for having us at your beautiful country.